о чем не написано в инструкции, так это о том, что надо сначала создать дубликат. Иначе редактор просто ничего не даст сделать вам с чужим файлом. Дубликат создан. В названии появилось слово копия. Теперь по инструкции опираем карандаш. Рисуем линию, похожую на облако, любым цветом. Элемент Select. Выбираем линию. Правая кнопка копия. Снимаем выделение. Выделяем индейку. Правая кнопка Snap to Path. Переходим к желтой кнопке. Будем вставлять аудио в звуковую дорожку. При этом у вас на диске должен быть заготовлен какой-то файл в формате MP3. Загрузили. Сейчас он появится здесь. Копируем URL. Переходим в сообщество. И в виде ссылки вставляем этот URL. В ячейке для кого ищем DZ1, а в верхней ячейке пишем либо наше замечание, предложение, либо задаем вопрос в случае, если что-нибудь непонятно. Теперь я, открыв ваш проект, сразу вижу, что сделано, что, может быть, надо исправить. Здесь, скажем, можно убрать линию правой кнопкой View. Hide.